горный кольчатый шелкопряд Молокосома параллелла больше предпочитает яблоню. В лесах сильно вредит дубам и кленам, повреждает также айву, кизильник, боярышник, сливу, черемуху и другие культуры. В перечень карантинных объектов России, наряду с горным кольчатым коконопрядом, включены также американский кольчатый коконопряд Молокосома американум и лесной кольчатый коконопряд Молокосома дистрия. Горный кольчатый шелкопряд обитает в Восточном Казахстане, Средней Азии и Закавказье, в Турции, Сирии, Иране, Афганистане и Китае. Юг Киргизии, юг Казахстана, вернее, вся Средняя Азия. По некоторым данным есть в Дагестане, но не подтвержденные данные. Уж я не знаю, в Сибири он может прижиться или нет, но теоретически должен. Так что он почти подошел к нашим границам, но не переходит их. Возможно, из-за того, что есть замещающий вид. Молокосомы наиострее. Кладки яиц, гусеницы, коконы с куколками шелкопряда могут быть занесены в новые регионы вместе с саженцами плодовых, лесодекоративных культур и неокоренной древесиной. Молокосома параллелла атакует здоровые деревья разных возрастов. Гусеницы активно поедают листья растений. Может вызывать полное объедание яблони, но не только яблони. Размножается большими скоплениями сначала в гнезде, потом гусеницы расползаются по всему дереву и сильно вредят, объедают. В одном гнезде может быть до 200 гусениц, а это достаточно для почти полного объедания. 2-3 гнезда на дерево гарантированы потери полной дефилиации. В период массового размножения шелкопряда дефолиации могут подвергаться территории в десятки квадратных километров. Особенно страдают плодовые деревья и дубовые насаждения. Может питаться, кроме того, на многих других растениях. У меня ел одновременно дуб, липу, сливу, алычу, яблоню. То есть очень широкий полифаг. И никаких у него предпочтение есть, но он спокойно допитывается и на других породах. И питается очень быстро? Да, очень активно питается. В изоляторе были гусеницы, так несколько веток черемухи даешь, и за один день съедается все. В случае однократного объедания зеленой массы растения способны восстанавливаться, но годовой прирост древесины уменьшается на 2/3. В очагах снижается посев семян, что влияет на естественную регенерацию лесов. Конечно, он может представлять опасность, но я не знаю, насколько он будет серьезнее, чем обычный кольчатый шелкопряд, который у нас достаточно вредит. Бывают годы, когда бывают серьезные вспышки, и вредитель активно размножается. Бабочки горного кольчатого шелкопряда ведут сходный образ жизни и похожи на имаго кольчатого шелкопряда. Параллел из-за того, что у нее на крыльях рисунок параллельные черты нарисованы на крыльях. Бабочка, похожая на нашего молокосома неострия, обычный кольчатый шелкопряд. Но есть, конечно, отличия. Есть отличия у гусениц, есть отличия у бабочек. То есть вид совершенно другой, вид интересный. Поперечная перевязь на передних крыльях параллельно сторонняя на всем своем протяжении, а задние крылья ее не имеют. Самка шелкопряда светло-желтая, самец коричневато-красного цвета. Размах крыльев у бабочек от 30 до 45 миллиметров. Вот здесь представлены самки, более крупные, более светлые и более темные, более мохнатые, лучше летающие самцы. Самка после отрождения сидит на ветке, недалеко от места, где отродилась, недалеко от кокона. Может прилететь на некоторое расстояние, но из-за того, что у нее много яиц, она тяжелая, она предпочитает ждать самца, выделяя феромоны. Самцы более подвижные, более активные. Самка горного кольчатого шелкопряда откладывает от 100 до 400 яиц. Кладка очень характерная. Почему кольчатый? Она кольцом оборачивается вокруг ветки. И, соответственно, таких кладок больше у других насекомых нет. Соответственно, всегда можно увидеть колечко, значит, это кольчатый шелкопряд. Хорошо переливаются, блестят.
Яйца цилиндрические, свинцово-серые, длиной 1 мм, расположены плотно друг к другу. Сначала бабочка откладывает яйца, а потом сверху заливает их пенистым составом, выделениями брюшка, и как бы защищает их и от вредных насекомых, от паразитов, и от неблагоприятных условий погодных, то есть от высыхания, от солнечных лучей. Вот в таком виде всю зиму будет висеть кладка на ветке, а весной из нее выйдут гусеницы. Отродившиеся молодые гусеницы буро-черные, голова черная до 2,5 мм длиной. Гусеница 6-го, последнего возраста, уже 5 мм. По всей поверхности спинки проходит большая охро-оранжевая полоса. Она пересекается в разных направлениях тонкими извилистыми черными штрихами и линиями. В начале гусеницы одной кладки строит общее паутинное гнездо, но не в развилках ветвей, как у обычного шелкопряда, а на самых ветвях. И затем объедают листья вокруг убежища. Стволы ветви пораженного дерева иногда сплошь покрыты паутиной. Далее группа строит новые гнезда на соседних ветках или деревьях, где больше еды. Закончив питание, гусеница начинает искать себе место для устройства кокона. То есть какое-то укромное место, либо листья, либо на ветке. Она начинает выделять паутинную нить, шелковую нить, и из нее делает кокон. Сначала рыхлый, внутри более плотный, и внутри делает себе место для окукливания. Стадия куколки длится 2 недели. Генерация молокосма параллела одногодовая. Ранее горный кольчатый коконопряд рассматривался учеными как подвид обыкновенного кольчатого шелкопряда. Морфологически и биологически эти виды сходны. Диагностировать можно по рисунку на крыле, по гениталиям самца и самки. Ну и, конечно, можно провести ПЦР, то есть генетические исследования. Сейчас наша лаборатория феромонов пытается сделать их феромон. Кроме того, можно отлавливать на свет. Весной можно смотреть паутинные гнезда, очень характерные и очень издалековидные. Буквально там с 20-30 метров можно увидеть, и с большего расстояния можно увидеть гнездо, в котором сидят гусеницы. Бороться с кольчатыми шелкопрядами можно любыми разрешенными препаратами против сельхозвредителей. Пиретроиды, фосфорорганика, любые пестициды, которые допустимы. Единственный, конечно, минус то, что гусеницы могут спрятаться в паутинное гнездо, где их сложнее найти, достать препаратом. Но питаться они выходят все равно на листья и там получают свои дозы. Яйца, гусеницы и куколки эффективно уничтожаются паразитоидами из числа двукрылых и перепончатокрылых. Хорошие результаты дают обработки поврежденных деревьев бактериальными инсектицидами.